Если вы смотрели мой предыдущий влог, то вы видели, что я встречалась со своей подписчицей. И в эту встречу они нас пригласили в коттедж. Да, они сняли коттедж в городе Леми, это недалеко от Лаперанты. Вот поэтому сегодня у нас воскресенье, и погода отличная, поэтому мы едем к ним. Посмотрим, как они там устроились. Мы купили с собой мясо, сделаем, поджарим его на гриле. Да? Да, в каком-то веке погода будет. Сегодня 1 мая, ВАПУ, день студентов, день труда. Все в основном едут в Хельсинки. Вся движуха в Хельсинки. А мы поехали в другую сторону. А мы, да, мы едем в другую абсолютно сторону, это ближе к границе, к Лаперанте. Дэнни у нас спит. Его, наверное, не видно будет. Вон там его компес виден. Он уже не вспотел. Кто проснулся? Папа. А папа сейчас придет, у нас остановка. Дэнни с булочкой. Вкусная булочка. Ух ты, как. Еще надо? Какой ты. Сейчас дам. Смотрите, как красиво. Озера. Мы уже скоро доедем. Я сижу, я голодная. Сижу, ем хлебцы. Я тоже голодный, ничего не ем. Хлебцы. Даром интересно, озера повсюду. Угу. Туда-сюда дорога витает, спускается, поднимается. Все, мы уже приехали, за моей спиной вот коттеджик стоит. Нас напоили кофе, теперь у нас началась экскурсия по местности. Все уже заняты делом, сейчас вам покажу. Вот такая тут красота. Природа, смотрите, классно. Птички. И вот эти еще два домика тоже относятся к участку. Так, Дэнни уже. Дэнни выдали игрушки. Мужчины болтают. Боже мой, что это? Что это такое, ребята, кто знает? Это пули. Кто это? Пули. Так, придет Дэнни сейчас с лопаткой. А, нет! Интересная штука. Сейчас еще нет. Привет, привет. Экскурсия у нас. Ты засняла странные предметы, растущие? Растущие. Арава. Дэнни, давай налево. Налево. Вот туда. Там муравейник. Только мы не будем их трогать, хорошо? Ого. Круто. Нет. Стой, 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 смотри. Смотри, сколько муравишек. Работаем, работаем. Пытаемся разжечь дрова, которые с зимы лежат. То есть они вы еще не делали, сырые. Да? Сырые? Не, мы вот этим... Последний раз в прошлом июне мы пользовались. Ну и то, как коптильней. То есть жарить мясо мы здесь будем тоже впервые. Сейчас попробуем. Так, я побежала за Дэнни, потому что ему хочется... Что тебе? Тебе хочется в воде добраться. А я боюсь, что мы не готовы. Пошли, давай, мама возьмет тазик с водой. Пойдем вот туда. Иди за мамой. Мама тебе вот сюда поставит. Давай. И мы здесь будем играть. Надеюсь, мы все не обольемся. Вот если это есть, то да. А это есть. Полагается, если ты там...
смотри, что красиво отражается. Отражаются облака. Так, что у нас там делает? Малышок. Малышок занят делом. Где мама? Привет! Потерял маму. А я вот тут наверху. Ты молодец, играй. Да, главное в озеро не лезть. Молодец. Ага. Ку-ку. Ку-ку, зайка. Вот мы уже накрыли стол. Будем жарить такое вот мясо. Две одинаковые упаковки. Причем и смысла нет, если можно было подумать, что машина... Вот они банан. Она уменьшает там. Довольный тут. Да, уже он сел в таз с водой. Например, кстати, высохло, слава богу. Москве, как же не сесть в таз с водой? Ох, ну, как... Я наслышал. Ох, с номерами там со всякими. Да и не даже не сидится. Хочется все бегать, смотреть. Ай, там, там дым. Дым. И такой... Мы ничего такого не купили. Поэтому напьется. Хорошо тут, да? Давай, давай, кушай. Так. Процесс пошел. Ждем. Какое-то время. Да. Чем хорошо мясо, оно жарится быстро. Ага, я да, вот не люблю быстро. Курицу с костями. Там уже я не знаю, сколько жарить. О, какое солнышко светит. Упал. Какое упал? Солнышко. Муа. Где это сегодня? Покажите. Вот. Погодка отличная. Погодка, да, первый день. Вовремя вы приехали. Да. Все кушают. Я вас засниму быстренько, пока мы тут болтаем. Упал. Мясо. Вилка. Мясо вкусное. Тут вот это упал. Вот, телефон упал. И Дэнни ест мясо. Как весело. Там лопатка и кто там, формочка. Так. Все. Никак не достать. Никак, нет. А там капает этот. Да и все. Ты кидаешь в воду. Посмотрите. Вторая порция у нас. Она уже, кстати, почти готова, да? Угу. Ну сейчас чуть-чуть догреется, угу. Потому что угли не очень. Ну что, да я не придумал. Сел. Как на жирафа. Вот делом занят, правильно. Дэнни у нас уже искупался, свалился, но вроде ничего еще. Комбеса выдержал. Да, сиди здесь. Деда-баба, да? Деда-баба? Деда-баба. Да. Деда-баба, деда-баба, что ты там делаешь? Деда-баба. Деда. Кто там? Коля. Там птички? Да тут водка есть. Кататься можно. Шашлычный торт. Круто. Пошли есть. Да. Слюни текут. А? А, слюни текут? Да. Пошли. То есть это обычная... Ручная работа. Смотрите. Покажи. Обычная пинская. Это раздувать тема. Огонь в костре. Сделано вручную. Смотри, вот. Роспись. Да, Егор сидит. Кожа. Не знаю, кожа. Кого кожа. Mm-hmm. Может быть, лошадей, может, коров. Коровы. Ну и покажи, работает? Отлично, о, дует. Как дует, дует. Ой, классно. Mm-hmm. Ну, сделай такую. Я и так не умею делать. Да, прикольно. Кто-то старался. Мастерил. Да, дует хорошо очень. Угу.
Смотрите, кого ты не нашел. Вот такая ящерка. Иди, куда? Куда? Все, она сейчас убежит от нас. Он говорит, смотри, смотри. Смотри, смотри. Какая прикольная. Ух ты. Она такая сонная еще. Где? Вот он. Да, она сонная, слушай. Так у нее не хватает этого. Солнечных батарей. Мощности. Вот. Выползла. Круто. Мы, ребята, уже домой едем. Наговорились, наелись, догулялись. Было отлично. Было классно. Да, вот теперь у нас дорога долгая домой. 1:24, но это мы уже едем некоторое время. Дэнни наплескался, искупался. В итоге, да, мы его пошли переодевать, он еще успел наплакаться. Устал, короче, парень. И теперь он отдыхает. Теперь ему хорошо. Мы его переодели. Я тоже хочу спать. Я, пожалуй, потерплю. Ну, вот мама всех, короче, домой везет. Я чувствую, тоже сейчас приеду и спать захочу, а Дэнни-то сейчас выспится, ему будет хорошо. Так что будем с ним. Видимо, долгий вечер нас ждет. Все, мы приехали домой. Дэнни поспал добрых 2 часа. А я злых 2 часа не поспал. Я вообще везла вас. Пойдем домой. Я уже кушать хочу. Ой, Егор, открой, пожалуйста. Мою сумку забыли. Пойдем кушать, Дэнни кормить кашкой. И отдыхать. Пошли, солнышко. Вот, модный парень в комбезике. У нас закат. И киса гуляет. Соседская. Пока, киса. Пока. Так она с нами сейчас пойдет домой. Клади. Так, хорошо. Угу. Столько хватит, да. Столько хватит. А то объестся. А то киса объестся. Дэнни покормил, молодец. Ну ладно. Добавлю. Так и быть. Добавим кисе. Одной рукой неудобно, ладно. Да, теперь зови ее, говори. Киса? А как кису зовут-то? Как кису зовут? Вот так, молодец. Давай. Вот. Хорошо. Молодец, спасибо. Доставка еды. Персональная. Спасибо. Да, молодец, солнышко. Дэнни у нас уже поужинал. Ага. И вот я сейчас пойду наводить порядки. У нас с утра, мы уже ехали рано. Вот у нас такой беспредел. Ага, ну хорошо, давай я возьму. Киса придет, покушает. Егор соблазнил меня своим салатиком. А то. Смотрите, как это. Я решила отказаться даже от супа. Поэтому это мой ужин. Доем сейчас ветчину. Чай попьем. Мы смотрим кик-обзор. Кто не знает, это канал. Там всякие крутые новинки в сфере различных гаджетов. Я первый раз включил. Интересно. Вот смотрю уже второй ролик. Не, я на них давно подписана. Тут разные штуки. Ой, кто там? Там кто-то борется с Дэнни. Трактор. Ой, этот подъемник. А что с ним? А что с ним? Не поддается? Пап, помоги. Папа. А что случилось? Не закрыть. Как его закрыть? Ну вот, обратно. Как-то застрял он почему-то. Немножко постучать. Постучать? Угу. Да, по-русски. Киса?
Дэнни взял камеру и захотел снимать. Ну, иди снимай. Держи крепко. Так. Ага. А что ты будешь показывать зрителям? Там киса убежала. Киса? Ага. А маму покажи. А маму? А вот мама сидит. А там папа на кухне. Ух ты. А где твои игрушки? Покажи. Вот здесь твои игрушки. Столик и стульчик. Надо там на столике порядки навести. Ты кису снимешь? Вот так, вот киса. Да. Ух ты. Засними папу. Папа спать. Спит? Вот спать. Папа спать пришел. Вот так папа спит. Вот, а ты здесь спишь, твоя кроватка. Мама! А так слишком близко? Вот, смотри, как все видно. Папа! И... Ну все, полноценный репортаж получился. Оператор? Да. Ай-яй! Ой, там олененок лежит. Олененок. Ну и кто у нас тут бодрячком? Время около 10. Смотри, что Дэнни делает. Ты бодр и весел. Да? Бодр и весел? Да. А мама пошла уже умываться. Пойду лягу. Я буду ждать, пока Дэнни тут наиграется. Давай скажем всем пока. Да? Завтра нам с Егором в Хельсинки ехать, завтра у нас визиты в компании, как было в конце апреля, мы уже так ездили. Завтра нам тоже рано вставать, и уже в 9:30 мы должны быть в Хельсинки. Потом завтра тоже насыщенный денек. Надо успеть отдохнуть. Давай скажем всем пока. Скажи всем пока-пока, ребята. Пока. Пока, молодец, Зая. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь.